Когда был построен последний этаж, больше некуда было. Это был и есть истинный апофеоз. Давай его, быстро! Невообразимо! Теперь я вижу! Запечатывающая структура рассекается на мельчайшие фракталы. Кровь Двемеров может ослабить крюки, но она не течет в живых жилах. Доспехи их братьев можно собрать для факсимиле. Обман. Они такого не ждали, нет, даже они. Кровь Альтмеров, Босьмеров, Данмеров, Фалмеров и Арсимеров. Живущие эльфы дадут ключ. Принеси себя к всему экстрактору. Он выпьет свежую кровь эльфов. Приди, когда соберешь все разновидности. Подойди ближе, окунись в мою ауру. Я Хермеус Морра, я страх невидимого, знающий неведомое. Я следил за тобой, смертное существо. Я доволен. Твоя помощь Септимию делает его все менее необходимым. Он хорошо послужил мне, но время его на исходе. Когда этот адский ящик откроется, Септим перестанет быть мне нужен. Когда придет этот час, ты займешь его место, станешь моей дланью. Что скажешь? О да, приди ко мне, когда ящик будет открыт, и все станет понятно. Направит тебя ветер.
Древний свиток. Титкре Квалос. Время дрожит от его прикосновения. Это несомненно. Тебя ведет судьба. Коган Акатош. Сами кости земли в твоем распоряжении. Тогда иди. Исполни свое предназначение. Отнеси свиток к временному разрыву. Не мешкай. Алдуин идет. Он не пропустит этих знаков. Алдуина будет восстановлена. Но твоя смелость достойна похвалы. Крифот Акрин. Теперь умри напрасной смертью. Слишком волнуешься, брат. Победа будет за нами. Почему Алдуин выжидает? Мы рисковали всем из-за твоего плана, старик. Он придет. Он не отринет наш вызов. И зачем ему нас бояться? Мы его хорошо потрепали. Четверо его родичей пали сегодня от моего клинка. Но никто еще не выстоял против самого Алдуина. Халтор, Сори, Биргер. У них не было дракона боя. Как только мы его свалим, клянусь, я отрублю ему голову. Ты не понимаешь. Алдуина нельзя убить, как меньших драконов. Он нам не по силам. Вот почему я принес древний свиток. Фелдер, мы же решили его не использовать. Я не соглашался. И если ты прав, нет, он мне не понадобится. Мы разберемся с Алдуином сами. Здесь и сейчас. Скоро мы все увидим. Да. Алдуин приближается. Мейе. Тарадисанде. Химхинде Валин. Сухинта. И пусть позарится на те, кто смотрит на нас из Сокгарда. Что ты делаешь?
Сестра Ясни, дай нам свое священное дыхание, чтобы этот договор был услышан. Изыди, пожиратель мира, словами, чьи кости старше, чем твои. Мы лишаем тебя места в этой эпохе и изгоняем тебя. Ты изгнан, изгоняю тебя изо всех концов. Получилось! Получилось! Да, пожиратель мира ушел. Да смилостивятся духи над нашими душами. Используй драконобой, если знаешь его.
мастера. Воистину у тебя голос, как удова. Союзники Алдуина дважды подумают после этой победы. Нили Врахин Мора. Верно, это не окончательная Кронгра, победа. Но даже герои древности не смогли одолеть Алдуина в открытом бою. Алдуин всегда был полог, горд в своей силе. Узнагар-Пар. Он принял владычество как свое родовое право. Это должно поколебать верность дов, которые ему служат. Да, один из его союзников мог бы нам рассказать. Матмахус. Но нелегко будет убедить одного из них предать его. Возможно, Хавкас-Юн, дворец в Вайтране, драконий предел. Его построили, чтобы держать там пленного Дова. Хорошее место, чтобы заточить одного из союзников Алдуина, а? Да, но твой Суум силен. Не сомневаюсь, что ты сможешь убедить его. Да, это было сотни лет назад, ты же понимаешь. Тогда нас было больше. Прежде чем бруники, акавирцы пришли и перебили всех моих Зейма. Я заглядывал к нему время от времени, почти обезумевшему от одиночества и плена. Тирас-Сивас. Он даже забыл свое собственное имя. Я не знаю, как его смогли поймать, но Брун-Юн, Ярл, очень гордился своим зверем. Па. С тех пор Хавкас-Юн стал называться Драконий Предел. Суммарк Мора. Алдуин, мы слышали отсюда крик дракона бой. Он побежден? Этого я и боялся. Я подумал, что это его мы видели, когда битва закончилась. Он летел на восток. А, драконий предел. Это будет нелегко. Но я не могу придумать лучший план. Хотя, боюсь, Ярла будет нелегко в этом убедить. Вставший на путь голоса побеждает не только на поле брани. Мы полагаем, что умение биться вовсе не главное из того, чему ты учишься. Да хранит тебя сила и правда твоего голоса.
дыхание и сосредоточение. Древние сказания говорят, что он может путешествовать в Совнгард, чтобы пожирать души мертвых. Тебе нужно узнать, как он это делает, прежде чем он восстановит силы и вернется. Да направляет тебя ветер.